В этом матче команды Бобруйска и Пинска не уложились в основное время. Главные события пришлись на середину третьего периода, когда безнадежно горевшие гости всего за несколько минут рассчитались тремя шайбами. Донской оформил дубль, Бусилка и Коль забросили еще по одной, а Михайлов выступил подносчиком снарядов, раздавая партнерам шикарные передачи. Хозяевам должно быть вдвойне обидно. Преимущество они добывали упорным трудом на протяжении 50 минут матча. Но в хоккее, как известно, все может перевернуться с ног на голову за какие-то мгновения. Возможно, тайм-аут Владимира Синицына оказался слегка запоздалым, хотя тренер и не отрицал, что вина в камбэке частично лежит на нем. Одно могу только сказать, что ребята старались, но не хватает опыта, чтобы где-то перестроиться и увидеть то, что команда стала играть более активно. Бобруйчане могли закончить матч в свою пользу еще в овертайме, но не реализовали большинство. А в серии буллитов мастерство в этот вечер оказалось выше у гостей. 4-5. В субботу 10 августа наши ребята отправятся в Жлобин. Матч с хоккейным клубом «Гомель» начнется в 13:00. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.